Vreau să felicit cu sărbătoarea de astăzi. Astăzi este o sărbătoare religioasă mare. Cine nu știe, este Sfânta Galina. Deci, dacă sunt doamne, domnișoare în sală Galina, vreau să felicit cu sărbătoarea de astăzi. Felicitet, dragi doamne, domnișoare, cu sărbătoarea Sfânta Galina. Stimați prieteni, stimați colegi, noi cu toții am intrat într-un an politic decisiv. Anul 2024 este anul alegerilor prezidențiale care vor avea un impact crucial asupra țării noastre și a vieții cetățenilor noștri. Alegerile prezidențiale vor influența mult și alegerile parlamentare din 2025, care trebuie să se încheie cu victoria forțelor patriotice, capabile să scoată Republica Moldova din impas și să creeze condiții pentru normalitate și progres. Ultimii câțiva ani au fost catastrofali pentru Moldova. În anii 2020-2021, noi cu dumneavoastră toți, în cadrul alegerilor prezidențiale, parlamentare, am avertizat poporul țării noastre că dacă Maia Sandu va deveni președinte și dacă Partidul PAS va obține majoritate în Parlament, lucrurile în Republica Moldova vor degrada rapid. Noi spuneam deschis că Maia Sandu este o marionetă a lui Soros și a străinilor. Noi spuneam că ea va apropia țara noastră de structurile militare NATO. Va provoca dezbinare în societate și va distruge economia. Maia Sandu și guvernarea PAS au comis toate aceste fapte și concomitent au discreditat reforma justiției și au introdus cenzura și dictatura în Republica Moldova. Уважаемые коллеги, что мы видим сегодня? 3 прошедших года показали всем нам, что для Санду и ее команды НПОшников Молдова, молдовская самобытность, молдавский суверенитет, наша история, наша православная вера – абсолютно пустой звук. Санду и ПАС, не моргнув глазом, готовы отказаться от независимости, нейтралитета и суверенитета Республики Молдова. И уже это делают, попирая Конституцию с помощью карманного конституционного суда и усиления втягивания Молдовы в сферу контроля чиновников из Евросоюза, которые навязывают и будут навязывать нам внешние решения, принятые без нашего участия. Сегодня Санду приглашает на территорию Молдовы еще и непрошенных гостей. В военной форме, вы знаете, французский военный контингент. Зачем нам в нейтральной стране постоянная военная миссия со стороны стран, которые являются членом НАТО? Я думаю, что все понимают, что это первый шаг для создания базы НАТО в нейтральной республике Молдова. Санду презирает молдаван. Молдавский язык и молдавскую историю. Ее люди у власти это доказали одним росчерком пера, упразднив синтагму молдавский язык конституции страны. Я думаю, что наша цель с вами, дорогие товарищи, и мы обязательно это должны сделать. В следующем парламенте мы должны принять постановление, решение и отменить этот закон, потому что в Молдове есть и будет молдавский язык, и другого языка мы не признаем. Нашего традиционного партнера и ведет нас к полному разрыву взаимоотношений с Россией и выходу стран из СНГ, нисколько не заботясь о том, как это скажется на экономике Молдовы, на Приднестровском урегулировании, на положении молдавской диаспоры в России. Хочу еще раз особо подчеркнуть, Майя Санду предала крупнейшую молдавскую диаспору за пределами Молдовы, которая лишена возможности навещать своих родных и отправлять домой денежные переводы. А теперь, буквально на днях, они хотят отнять и право голоса у наших граждан, которые работают в Российской Федерации, во время там находятся. Мы с этим обязаны бороться. И мы будем бороться с этим. Санду наносит удар по нашему сельскому хозяйству, так как ее европейские кураторы не заинтересованы в том, чтобы в независимой Молдове был конкурентоспособный аграрный сектор. Она обрекает наших фермеров на разорение и нищету. И мы уже знаем, какой будет следующий шаг. Следующий шаг будет принятие закона о продаже земли иностранцам. Вы видели, это было на Украине, это было в Румынии, это было везде, где приходили к власти НПОшники Саросян. Используя свой опыт массового закрытия школ, Санду продолжает разрушать систему образования в стране и ликвидирует учебные заведения, лишая Молдову интеллектуального будущего. Закрыт аграрный университет, который был уникальной кузницей специалистов в аграрной сфере. Еще несколько высших учебных заведений.
Режим Санду сталкивает наших граждан между собой. Искусственно раздуваются конфликты, которые более 30 лет были остановлены с огромным трудом. Сегодня мы видим, как Санду вновь превращает Гагаузию и Приднестровье в горячие точки на карте нашей страны. Санду ненавидит православную веру и уничтожает нашу православную церковь. Один из столпов духовности, культуры и государственности Молдовы. Она оказывает давление на митрополита Владимира и других представителей молдавского духовенства, раздает привилегии Бессарабской митрополии и способствует церковному расколу по украинскому сценарию. Мы видели это с вами в территории, к сожалению. Мы видели, что-то происходило опять у наших соседей. Я вам хочу сказать, что пока что, я думаю, что мы сможем это отстоять. Из более 1500 приходов в Республике Молдова, 1250-1300 церквей и монастырей, то есть подавляющее большинство, остается в молдавской митрополии. Но, к сожалению, есть тенденции, около 150-200 приняли решение уйти в другую, бессарабскую митрополию. Это очень тревожный сигнал для нас всех. Майя Санду и ее команда цинично обманули и предали весь молдавский народ. Они обманули и предали преподавателей и студентов, врачей и пациентов, фермеров и пенсионеров, представителей нашей диаспоры в России и в других странах. Наша Молдова за все годы существования знала разных правителей. Но никогда еще не было столь лживой, циничной и подлой власти, чья духовная родина находится далеко за пределами нашей страны. Сегодня мы заявляем, что альтернатива этому губительному курсу есть. И это альтернатива – национальный интерес Республики Молдова. Альтернатива соросятам и НПОшникам – это государственники-патриоты, которые во главе стола будут ставить национальный интерес Республики Молдова. Национальный интерес Молдовы – сохранение молдавской государственности, независимости, суверенитета и нейтралитета. Внешнюю и внутреннюю политику Молдовы должен определять наш народ, а не зарубежные послы и не чиновники из Брюсселя или других столиц. Национальный интерес Молдовы – восстановление единства и территориальной целостности нашей страны. Сегодня со стороны правящей группировки мы слышим, что можно вступать в ЕС без Приднестровья, а завтра скажут без Гагаузии, либо без Севера. Это предательская позиция и оскорбление в адрес наших граждан, живущих на левом берегу Днестра и в целом Молдове. Молдова не может считаться состоявшимся государством, пока не восстановлена ее территориальная целостность, признанная международными партнерами. Именно восстановление территориальной целостности Молдовы, а не какие-либо внешние интеграционные проекты, должно стать главной стратегической задачей руководства страны. Нам нужно возобновление диалога с руководством Приднестровья, как двухстороннего, так и при участии зарубежных партнеров. В нынешнем формате или в других форматах, которые согласятся все стороны. Национальный интерес Молдовы в поддержке отечественных производителей, как внутри страны, так и за ее пределами. Необходимо увеличение поддержки реального сектора экономики и защита молдавских производителей от недобросовестной конкуренции извне. Важным шагом станет возвращение закона, вы знаете, мы принимали этот закон, о том, чтобы на полках минимум 50% во всех магазинах должны быть молдавские продукты. Нужно концептуально поменять законодательство для того, чтобы банковская система и Национальный банк работали на страну. Они черпали миллиардные прибыли из молдавской экономики для своих западных акционеров и кураторов. В прошлом году банки получили 4 миллиарда лей чистой вот прибыли. Реальный сектор экономики обанкротился, а банки получили более 4 миллиардов лей. А 98% всей банковской системы акционеры у нас европейцы и американцы. Понятно, что им все равно, что будет в нашей экономике. Они жируют и паразитируют на реальном секторе экономики. И этому способствует Национальный банк. Все это нужно менять концептуально. Национальный интерес Молдовы – это взвешенная, сбалансированная внешняя политика, ориентированная на взаимовыгодное сотрудничество как с Западом, так и с Востоком, и, безусловно, с глобальным югом. Сохранение дружеских отношений со всеми нашими историческими и зарубежными партнерами должно опять стать приоритетом внешней политики. Не в интересах Молдовы враждовать с кем бы то ни было,
тем более искусственно нагнетать напряженность с Российской Федерацией. Мы категорически против участия нашей страны в санкциях против кого-либо, наносящих вред нашей экономике. Вы знаете, что после 2022 года и признала нынешняя власть, буквально на прошлом неделе, что Молдова, нейтральная Молдова, присоединилась 80% всех санкций Запада против России. Зачем нам это надо? Почему Грузия может в этой ситуации остаться экономически нейтральной и на этом зарабатывать? Рост экономики в этих странах, которые выбрали нейтралитет и взвешенную внешнюю политику, показывает, что это была правильная государственная политика, основанная на нейтральном статусе и на национальном интересе. Национальный интерес Молдовы в том, чтобы закупали энергоресурсы по максимально низким ценам. Нашим пенсионерам, получающим счета за газ, как и нашим товаропроизводителям, закладывающим цену на газ в конечную стоимость своей продукции, абсолютно все равно, сколько в этом газе содержится так называемой молекулы свободы. Вот то, что он ПОшники, соросята везде говорят, пусть газ будет дорогой, но зато мы свободны. Мы хотим, чтобы в коммунальных счетах были как можно меньше суммы, а не молекулы свободы Майя Санду и соросят, которые Молдова не думает. Национальный интерес Молдовы – это следование традиционным европейским ценностям. Как бы странно это ни звучало, но традиционным европейским ценностям, которые режим Санду и ПАС предал забвению. Мы напоминаем, а также и западным кураторам, что это ценности демократии, правовое государство, права человека, свобода слова, плюрализм мнений, свобода прессы, защита прав национальных меньшинств на основании Европейской хартии, в том числе право на родной язык. В Европе европейские ценности, у национальных меньшинств есть право иметь свой родной язык и общаться на нем. Не то, что они делают в Молдове, прикрываясь европейскими нормами. Национальный интерес Молдовы в том, чтобы наши дети получали качественное образование в школах, чтобы в Молдове функционировали профильные университеты, которые готовили бы высококлассных специалистов для всех нужных нам всех. Национальный интерес Молдовы в том, чтобы наши дети гордились своей страной, ее историей. Для этого они должны воспитываться в традициях преемственности поколений, учить историю не чужого народа, а своей страны, историю Молдовы. Наши дети не должны стесняться своей идентичности, не должны стесняться назвать себя так, как называли себя наши отцы и деды, а именно молдаваны. И должны уметь дать достойный отпор каждому, кто посмеет заявить, что молдавского народа или молдавского языка не существует. Вот, к сожалению, мы очень серьезно упустили этот момент Молдовы. Мы должны признать, что за последние 30 лет, я сейчас не буду говорить последние только 4 года, но за последние 30 лет мы упустили этот момент. Повторюсь, наши дети должны помнить, что они являются молдаванами, что они являются потомками Штефана Великого. И нам есть чем гордиться. Если посмотреть нашу историю, нам есть чем гордиться. Но, к сожалению, мы это не преподаем в наших школах. Национальный интерес Молдовы в уважении к историческому прошлому нашей страны, в том числе к победе над нацизмом. Мы гордимся сотнями тысяч молдаван, воевавших и победивших нацизм. И для нашего народа эта война была, есть и будет великой отечественной. В этой войне может быть только одна правда, и она на стороне стран антигитлеровской коалиции. Мы праздновали и будем праздновать День Победы 9 мая. Мы гордимся тем, что на орденских планках наших дедов и прадедов присутствует георгиевская лента. И мы георгиевскую ленту с вами будем одевать каждый год на День Победы и не только. И никто нам этому не помешает. Национальный интерес Молдовы в защите православия и наших традиционных ценностей. Ни один народ не выживет без опоры на свою духовную традицию. У молдавского народа она на протяжении многих веков была связана с православием. Мы должны сохранить эту связь и позволить недругам бить по нашей вере. Наш национальный интерес в том, чтобы сохранить нашу традиционную молдавскую семью.
не дать привнести нашу страну чужую нам ЛГБТ, то, что пытается сейчас включать в школьные программы. Уважаемые друзья, за более 30 лет независимости пора уже понять. Наша жизнь, наша судьба, наша страна, будущее наших детей никого не интересует, кроме нас самих. Мы часто пытались жить чужими идеями, навязываемыми нам извне, забывая об интересах нашей Родины и нашего народа. Давайте в центр нашей жизни поставим самих себя, граждан Республики Молдова, нашу страну, наши национальные интересы и наше будущее, а не интересы каких-то кураторов. Никто ниоткуда, ни с Запада, ни с Востока не может быть заинтересован больше, чем мы, будущее нашей страны, будущее наших детей. Никто не наведет порядок в нашей стране, если мы сами этого не сделаем. И пора, чтобы все это мы сказали громко всем гражданам Республики Молдова. Тем более, что граждане начали это все понимать. Дорогие коллеги, Молдова в тупике, из которого, казалось бы, нет выхода. Люди беднеют и теряют доверие к государству. Так жить больше нельзя. Выход есть. Это опора на свои национальные интересы и их продвижение на всех фронтах. И мы должны донести до граждан это вроде бы очевидную истину. Власть в стране надо менять. Иначе этот антинародный режим полностью обнулит нашу страну. Я хочу вам сказать, во всеуслышание, что мы готовы эту власть в свои руки взять. И мы можем показать, что мы можем управлять страной по сравнению с этой бездарной НПОшной властью, которая занимается ликвидацией нашей страны. Партия социалистов всегда была, есть и будет на страже государственности Республики Молдова. Мы всегда отстаивали суверенитет нашей страны и интересы всех наших граждан. С 2011 года, год за годом, партия укрепляла свои позиции в политической системе нашей страны. В сложные для Молдовы времена социалисты всегда принимали ответственные решения в интересах государства. Благодаря этому у партии есть народная поддержка. Самая сплоченная и профессиональная команда во всех представительских органах всех уровней нашей страны. От парламента до сельских примарий. И на всех этих уровнях социалисты защищают интересы страны, муниципиев, городов и сел. Партия непоследовательно заручалась поддержкой и доверием народа. На парламентских выборах 2014, 2019, 2021 годов сформировала самые крупные парламентские фракции. В 2016 году представитель партии социалистов всеобщим голосованием был избран президентом страны. В 2019 году кандидаты, предложенные социалистами, стали спикером, премьером страны и мэром муниципии Кишинева. Поддержанный нами кандидат два раза побеждал на выборах Башкана Гагаузии. И вы все это знаете, даже если они об этом забывают. У партии прочный фундамент, состоявший из преданных идейных товарищей по всей стране. В каждом населенном пункте. И в этом наша мощь и сила. На сегодняшний день у партии социалистов самая разветвленная партийная структура. У нас 14 тысяч активных членов партии, 1100 первичных партийных организаций. И у нас 41 территориальных районных организаций. Я хочу вам, дорогие друзья, товарищи, сказать большое спасибо за то, что каждый из вас является членом этой большой семьи патриотов. Мы с вами за последние годы прошли очень много вызовов, проблем. Но вот последние три недели, последний месяц, когда я побывал в каждом районе, когда я пообщался с каждым из вас тет-а-тет, лицом к лицу, смотрел в глаза, я испытывал чувство гордости. Потому что нас вместе и вас в каждом районе, в каждом селе, в каждом городе нас не держат вместе какие-то меркантильные интересы. У вас нету каких-то от этого зарплат.
как у других партий, которые платят бешеные деньги поселок, даже для руководителя первичной, даже для того, который работает по улице. Вы это знаете лучше меня. И то, что мы с вами вместе, несмотря на давление, несмотря на то, что мы в оппозиции, это очень много значит. Потому что это означает, что у нас общие видение, интересы, идеология, общее мнение и ответственность за будущее страны. Если бы этого не было, поверьте, за последние 3 года оппозиционной борьбы, мы бы не собрали и не отстояли бы такие позиции врага. Я вам честно вот ставлю руку на сердце. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы все это выдержали. Стиматус Кулечи. Экспериенция дура для нашан микли в Ремульбуне не авансация фима резистенции. Май категорич на тинджеря скопурлор кулич. Май обиль и конфронтари куривали депедрякта дарая верш пистынга мулц. Но я могу цат лекция. Я сперка тот сам могу цат лекция. Я могу цат лекция. Шизио диастность есть одовада Căștim să ne reorganizăm așa cum cer timpurile. Pentru a fi din nou combativi, puternici și de încredere pentru electoratul nostru de stânga. Sunt convins că Partidul Socialiștilor va putea să apere Moldova. Iar pe noi ne așteaptă un șir de victorii politice în viitorul apropiat. Pe acest fundal al dezamăgirii generale față de guvernarea PAS, tot mai multă lume se uită mai obiectiv și cu ochi mai bun la perioada guvernării socialiste. Mi s-a spus mie personal, se spune dumneavoastră la multiple întrevederi. Știți, cu voi a fost mai bine. Când erau socialiști, era mai ușor de trăit. Erau alte prețuri. Era încredere în ziua de mâine. Nu ne temeam că copiii noștri să rămâie pe drumuri. Și lucrul ăsta noi îl auzim în fiecare zi. Eu astăzi dimineață vreau să spun, am fost la Biserica Dilem, m-am părtășit, m-am mărturisit și m-am părtășit. Și s-au apropiat 2-3 doamne, profesoare, și-au cerut scuze că au votat împotriva noastră în 2020 la prezidențiale și în 2021 la parlamentare. Și de ce se sunt foarte mulți? Noi dumneavoastră am întâlnit ultimele 3 săptămâni de aceștia și în piața de la Telinești, și în piața de la Iegneț, și în piața de la Căhu, pe stradă, peste tot. Oamenii regret. Și acesta este un semnal foarte, foarte important pe care noi trebuie să-l valorificăm, să-l acceptăm, spunem că noi suntem gata să ne asumăm responsabilitate pentru soarta voastră, pentru soarta țării. Oamenii vin la noi cu asta. Oamenii vin și întreabă, domnul Dondă, sunteți gata voi să luați mâinile voastre? Răspunsul nostru să fie da, noi suntem gata. Nu vreau să fac o comparație istorică. Trebuie să s-o duc deja. 2007, ce așa a spus Lenin. Clasici, citali. Da, ești să caie parte. Dar eu când am spus, 2007. În 1917, așa a spus Lenin, Vladimir Ilich. Da, ești să caie parte. Da, мы готовы взять власть в свои руки. Так вот, да, ești să caie parte. Da, мы готовы взять власть в свои руки. Noi, ca țară, am pierdut foarte mult în acești ani, în 2021-2024. Dar încă este în puterile noastre să stopăm catastrofa finală. Eu sunt ferm convins că și marea majoritate din dumneavoastră credeți în faptul că Moldova are viitor. Eu cred că Moldova are viitor. Я верю, что могло есть будущее. Если бы у нас не было этой веры, дорогие друзья, мы бы не были социалистами, мы не были такой большой семьей. Но мы как патриоты и государственности этой страны, мы должны понимать, что если не мы, то кто? Кто открыто выйдет на борьбу с этим режимом? Кто остановит этот режим?
Кто обеспечивает будущее для наших детей на этой земле? Да, может быть проще уйти в сторону. Может быть проще для себя лично. Но это будет предательством по отношению к будущему нашей страны. Это будет предательство к будущему наших поколений, к нашим детям. Поэтому мы не можем отступить. Мы с вами не можем и не должны отступить. Я уверен, что мы не отступим. Будем бороться до нашей победы.